турнир проходил в Фитисов Арене. Вот, провел я два поединка, но один выиграл, один проиграл. Во втором поединке неправильно подошел к сопернику и проиграл. Очень сильно волновался, так как эти соревнования проходили, ну, впервые для меня. Первый бой был очень трудный, переполнял эмоции, ну, смог их побороть. А все остальные бои проходили уже спокойно. Турнир мне очень понравился, ну, получил много опыта для себя.